Штрафы для застройщиков. Президент страны Владимир Путин подписал закон о введении админответственности за нарушения в сфере долевого строительства жилья. Так, за необоснованную выдачу заключения, соответствие застройщика и проектных документов, а также за необоснованные отказы в их выдаче, должностным лицам придется заплатить. Если данные не будут размещены или искажены в единой информационной системе жилищного строительства, чиновник получит штраф от 15 до 30 тысяч, а юрлицо – до 200 тысяч рублей. Нововведение начнет действовать с 1 октября. В будущем власти планируют запретить долевые договоры строительства жилья. Кроме того, президент подписал закон об освобождении от пошлин тех, кто восстанавливает сгоревшие при пожаре документы. Указ размещен на портале правовой информации.